Малая спортивная арена стадиона Бедровский приветствует гостей и участников матча Фонбет первенства России по футболу среди команд футбольной национальной лиги. Команду Енисей, город Красноярск, и команду Зенит 2, Санкт-Петербург. Команда Енисей, город Красноярск, и команда Зенит 2, Санкт-Петербург. Дорогие болельщики, сегодня на нашем стадионе проходит акция «Неделя действий. Футбол для всех. Доступ для всех», которую организовал Центр доступа к футболу в Европе при поддержке РФНЛ. Нас всех объединяет футбол. В своей любви к нему мы все равны, и у каждого из нас есть равное право быть здесь и наслаждаться этой игрой. Мы верим в то, что футбол должен быть открытым для всех. И каждый стадион, и футбольный клуб должны обеспечить гостеприимную атмосферу для своих болельщиков с инвалидностью. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто нес баннер в поддержку акции «Футбол для всех. Доступ для всех». Представляем составы играющих команд. Команда Енисей, город Красноярск. Номер 47 Михаил Филиппов. Номер 2 Валерий Кичин. Номер 44 Никита Чечерин. Номер 3 Александр Широв. Номер 39 Максим Васильев. Номер 14 Максим Симакин. Номер 21 Егор Иванов. Номер 6 Азим Фатулаев. Номер 91 Мака Абрадович. Номер 48 Александр Путин. Номер 10 Михаил Комков. Запасные игроки. Номер 1 Юрий Нестеренко. Номер 12 Александр Новиков. Номер 4 Шамиль Гасанов. Номер 27 – Павел Рожков. Номер 32 – Давид Мельцихов. Номер 7 – Сердер Сердеров. Номер 55 – Алексей Исаев. Номер 90 – Александр Ломакин. Номер 83 – Александр Харитонов. Номер 38 – Артур Малаян. Номер 20 – Максим Рудник, тренер команды Енисей Дмитрий Оленичев. Хорош, Тимон! Представляем состав команды «Зенит-2». Номер 41
Михаил Киржаков. Номер 39. Василий Запрягаев. Номер 58. Илья Зуев. Номер 54. Никита Кокоев. Номер 59. Сергей Бугриев. Номер 2. Александр Анюков. Номер 37. Владислав Сиротов. Номер 38. Леон Мусаев. Номер 97. Илья Камышев. Номер 33. Андрей Панюков. Номер 64. Даниил Лисовой. Запасные игроки. Номер 93. Михаил Кизеев. Номер 56. Данил Круговой. Номер 79. Даниил Пинчеров. Номер 96. Томас Рукас. Номер 88. Вячеслав Зинков. Номер 36. Станислав Грабухин. Номер 98. Александр Еловский. Номер 32. Николай Прудников. Тренер команды «Зенит-2» Константин Зырянов. Сейчас мы сделаем.
Оперативники и лазерных устройств не бросать посторонних. Давай, 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 давай
17 марта против команды «Аудио».